Здесь они учились, дружили и взрослели, но звонок больше не позовет их на урок. Экзамены пройдены, пришло время сказать родной школе «до свидания». Слова напутствия выпускникам по традиции звучат от учителей, родителей и директора школы. Чтобы все у вас было хорошо, чтобы вы всех понимали, чтобы вас все понимали. И чтобы вы от жизни получали всегда удовольствие, радость. А ко всем неприятностям относились философски, как к нечто быстро проходящему. В 2016 году Ульяновская школа выпускает в большую жизнь 11 класс. 26 мальчишек и девчонок. Каждый из них получит сегодня аттестат об окончании средней школы. По традиции сначала документ вручают медалистам. Награду за особые успехи в учении и красную корочку заслужили в школе сразу 5 девушек. И не верится, что мы заканчиваем школу, мы еще все на самом деле дети. Да, я соглашусь, очень смешанное чувство. С одной стороны, если начинаешь задумываться, очень грустно, потому что это все, конец. В то же время начало чего-то нового. Да. И поэтому, с одной стороны, даже страшно. Вот это делать новый шаг во взрослую жизнь. Они еще не студенты, но уже и не школьники. Носить звание выпускник ответственно и почетно. Теперь эти мальчишки и девчонки будут приходить в родную альма-матер на вечера встреч и всегда с теплотой вспоминать школьные годы чудесные. Запомнятся не только бесконечные диктанты, контрольные и лабораторные работы, отмечают ребята, а какие-то мелочи, которые делали будни, проведенные за партой, яркими моментами жизни. Каждый день у нас таких происшествий происходили, каждый день где-то кто-то с кем-то, не знаю, ругался, не ругался, кто-то смеялся, кому-то замечания постоянно делали, какие-то вечно смешные такие ситуации были. Перемены в основном. Хачапури из школьной столовой были очень вкусные, это да. Я думаю, что для нас обоих очень запомнится выбитое окно в школе. Вот, пожалуй, самое яркое воспоминание за школьные годы. Переменки. Перемены, смешные моменты, то, как мы взрослели и замечали это друг о друге. Столовую. Да, может, на каком-нибудь экзамене школу вспомним. Да. Почему мы не учили это? Учителей, конечно же. 1 сентября выпускники 2016 года уже не переступят порога родной Ульяновской школы. Они будут двигаться дальше. Их ждет новая, совсем не похожая на школьную, взрослая жизнь. Но они знают, что в родном Отрадненском есть место, где их всегда будут помнить и ждать. Валентина Титова, Никита Рощин, Михаил Петухов, Вячеслав Блажев, КРТВ.